Друзья, всем привет, Павел Гнатенко. Сегодня хотел рассказать вам о том, почему нашу компанию выбирают покупатели не только из Новосибирска, но и со всех регионов России, Беларусь, Казахстан. Значит, несколько фактов для вашего понимания. Мы работаем с 2015 года, компания... Изначально поставляли мы электросамокаты, сегвеи, гироскутеры. В 2016 году мы начали продавать электровелосипеды. Нашу историю компании вы можете отследить легко во всех соцсетях по регистрации компании, да, то есть ведение деятельности. Вот, мы надежный поставщик. Уже, наверное, тысячи наших клиентов довольных ездят по разным городам России. Мы поставляем надежную технику, на которую даем гарантию 1 год. Не поставляем хлам, который разваливается или там выходит из строя батареи через 3 месяца. То есть наши велосипеды и вся наша техника, она служит верой и правдой нашим клиентам долгие годы. Вот, хотел записать короткое видео, но... Уже вижу, что по времени не получится короткое, поэтому продолжаю рассказывать. Значит, следующий момент – это большой опыт. То есть мы посещаем выставки, заводы, пробовали разные вариации качества товара. Да, то есть и со временем уже отточили, скажем так, наши... знания, опыт вот, на тех моделях, которые мы продаем. Вот, мы уверены в качестве их. Мы провели уже десятки тестов. Эти тесты есть на нашем сайте. Вы можете посмотреть лично. Я провожу тесты, тестирую сам, прежде чем что-то массово продавать на рынок. То есть мы тестируем, дорабатываем, где нужно, и подтверждаем надежность на своем опыте. Вот. Это, собственно, ценят наши покупатели, вот, и голосуют рублем в пользу нашей техники. То есть у нас нет истории, когда человек купил, скажем, велосипед, у него сломалась рама под его весом, вот, или, там, не знаю, вышел из строя аккумулятор очень быстро, да, и человеку потом приходится, несмотря на то, что он купил вроде как дешево велосипед, к примеру, а потом выясняется, что аккумулятор вышел из строя, и хороший аккумулятор, чтобы купить, ему нужно еще там половину стоимости его велосипеда или 2/3 отдать за хороший аккумулятор. Вот. Это же касается и всех остальных комплектующих, которые, безусловно, влияют на конечную стоимость. Вот. Если мы берем электровелосипеды, это аккумулятор, мотор. Моторы тоже есть очень много подводных камней, когда заявляется одна мощность, по факту мощность совсем другая стоит в моторах, да, вот у наших конкурентов. С дешевыми ценами часто такое бывает. Человек не может заехать в гору или там не разгоняется выше там, 25 км в час, нет тяги и прочее. Вот. Чтобы с этим не сталкиваться, друзья, выбирайте всегда поставщиков качественных, качественной продукции с гарантией. Мы даем гарантию 1 год, проверенных, которые работают, вот как мы, с 2015 года. И тех, кому можно всегда, кому можно обратиться в случае поломки, потому что в любом случае техника, она имеет свойство ломаться, даже самая надежная техника, BMW, Mercedes, они тоже ломаются, но важно всегда иметь возможность починить то, что вы купили, получить поддержку и непосредственно место, где вы можете обслужить технику, купить запчасти. Вот. В данном случае, в нашем случае, да, у нас основной склад находится в Новосибирске. Вот. Магазин, шоурум, тоже вы можете сюда приехать, посмотреть, пощупать непосредственно технику, сделать тест-драйв. Вот. И этим часто пользуются наши клиенты, которые приезжают из других городов к нам в Новосибирск. Были случаи, когда к нам прилетали специально за техникой из Москвы. Вот. Сейчас у нас офис в Москве закрыт пока временно, но рано или поздно мы его откроем, и для жителей европейской части России будет удобно приезжать в Москву. Пока мы работаем из Новосибирска, отправляем по всей России. Доставка в среднем осуществляется там 5-6 дней.
по России где-то быстрее. А вот, и мы даем гарантию 1 год. Поэтому, друзья, если вы хотите купить качественный товар, не разочароваться в покупке и удачно его продать через 5 лет, когда вы поменяете на какую-то нашу новую модель, скажем, электровелосипед, да, выбирайте надежного поставщика, и мы с удовольствием придем вам на помощь. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, Telegram, Эко-колесо, ВКонтакте, YouTube-канал, Рутюб-канал, Дзен, Яндекс. В общем, все доступные площадки, Инстаграм, работают для вашего удобства.